В общем, народ, с вами Лёха, но я тут подумал, что мне надоело так представляться, я теперь буду производным от своей фамилии, Каратель. Да, очень крутой ник, Каратель, но пофиг. То, что я начал за грант, вызвало не то чтобы недовольство, но немножечко непонимание, что может быть не так интересно за грант. Я подумал начать за не совсем сильный клуб, не с большим бюджетом. Я подумал, может быть, я Манчестер Сити тоже буду выпускать. Но сейчас Бременский Вертер. Ребят, наша, извиняюсь, что снова новая карьера, но, блин. Так, чтобы хотелось бы, чтобы нравилось, ну... В принципе, да, поиграть не за гранда тоже, мне кажется, интересно. Так, вот это я не посмотрел. Роберт Дуд. По-моему, у них там тренер. Ладно. Я извиняюсь, но я назову себя. Честно, не посмотрел тренера Вердера. Наверное, все-таки я буду выпускать Манчестер Сити, но пореже, чем карьера за Бременский Вердер. Блин, мы в реальной жизни Сократиса потеряли такого классного защитника. Давайте на том перезапишем, мне там вообще не при этой карьере. Будет Вердер. Тут я ничего показывать не буду, я сразу сделаю состав, я вам все покажу. В общем, ребят, просто подождите. Хотя, что ждать, у вас тут буквально секунда-две, а у меня долгое время. Ну, в общем, смотрим мой новый состав. В общем, такой состав будет на этот сезон. Себастьян Милиц, Теодор Гебреселаси, Себастьян Приводы, Лука Кальдерола, Лука Шмидтс, Александр Игневский, Златко Юнузович, Мехмед Экиджи, Элджера, Эльера, Элия, кстати, монстр, Аарон Хант и Нильс Петерсон. Такое у нас нападение будет. Я буду искать центрального защитника и левого сопорника. И наш первый трансфер в этом сезоне — это Эрик Дурм. Переходит к нам этот молодой немецкий защитник. Он мне будет играть в основе. Мне он просто нравится. 65. Ух ты, я думал, у него даже ниже. Хм, неплохо. Для правого защитника немецкого молодого. Давайте смотреть дальше. И мы берем в аренду Леона Горецку. Без права выкупа, но я потом собираюсь его купить. Первый товарищеский матч в этом сезоне мы проведем против Киева Итальянского. Должны побеждать. Офигеть. У меня нет слов. Второй товарищеский матч в этом сезоне снова против итальянской команды. И теперь Лацио. 1-1. Ну ладно. Третий товарищеский матч. Тоттенхэм Хотспур. 2-1 мы проиграли. Ну что же, начинается для нас Бундеслига. Вроде бы проходной матч против Брауншвейга. Давайте-ка смотреть, сможем ли победить дебютанта Бундеслиги. 1-0. Шикарное начало. Златко Юнузович. Фуф, мы с первых минут пошли давить Брауншвейг, и все закончилось таким довольно хорошим голом Златко Юнузовича. Вот тут поборолся Нильс Петерсон, выложил прямо на ход Юнузовичу. Юнузович выше 1-1, пробил точно девятку. 1-0 мы впереди. Ух ты! Нильс Петерсон. Мы удваиваем наше преимущество. Фух, очень хороший гол получился у немца. Очень удар плотный получился у немца. Смотрите, навес от Эля и пробивает Нильс Петерсон. По-моему, вратарь даже не видел мяча. Но мы ведем 2-0. Закончился первый тайм, и уверенно ведем у Брауншвейга. В принципе, и по статистике мы ведем у них. Смотрите, 7-5-3-3. Абсолютно переигрываем Брауншвейг. Смотрим, что будет во втором тайме.
Да, ребят, наша первая победа в Бундеслиге. Уф, так и закончился второй тайм со счетом 2-0, 5-4, 10-7. А Златко Янузович наш лучший игрок. Очень понравился Эрик Дурм. Очень понравился Эрик Дурм, несмотря на его сейчасшний рейд 6,9. Он провел просто выдающийся матч, на мой взгляд. Просто шикарно отыграл Эрик. И я думаю, я не прогадал, подписав Дурма. Ну а на этом все. Надеюсь, теперь вам понравится, что я играю вроде бы не совсем за гранда. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. С вами был Каратель. Всем пока.